Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики! Сегодня будем выпекать блины с припеком. Давно мы уже не выпекали блины. Давайте сегодня сделаем блины, и будет у нас блинный день. Порадуем своих близких. И сами покушаем блинчиков. Приступим! Для приготовления блинов понадобится 1,5 стакана муки, стакан холодной воды, также нагрею стакан горячей воды, чайная ложка соды, уксус погасить ее, чайная ложка соли, растительного масла 2 столовых ложки, это для теста. У меня 150 грамм грибов, шампиньонов, нарежем мелко, чтобы обжарить с луком. Луковицу тоже мелко нарезаем. Тут уже по вкусу берите. Много, мало лука. В сковороду с растительным маслом отправляем лук. Обжарился немного лук. Добавляем грибы нарезанные. И жарим на небольшом огне. Вернее, доводим до готовности. Все. Жареным грибам добавляю 2 зубка чеснока по вкусу и по желанию. И зелень. У меня петрушки немного. Зелень добавляем по вкусу. Грибы с луком я подсаливала, когда жарила их. Перемешиваем. И пусть остывает. Замешиваем тесто. Вливаем воду, соль. Соду гасим уксусом. И муку всыпаем. Всыпаем всю муку здесь, а потом горячей водой отрегулируем. Надо ее больше или меньше. Вымешиваем. Нагрела горячую воду, вливаем. Понемногу мешаем. Всю сразу не лейте. Еще немного. 2 столовых ложки растительного масла наливаем. Размешиваем. Ну и тесто нормальное получилось. Чуть меньше стакана пошло воды горячей. Остывшие грибы добавляем в тесто. Перемешиваем. Жарить я на 2 сковородах буду. Для первого блина смазала сковородки растительным маслом. Обжариваем. Первое, я смотрю, уже поджарился. Переворачиваем. До румяности жарим. Постный вариант. Маслом не смазывайте. Не постный вариант. Смазывайте сливочным маслом готовые блины. Готов. И дальше выпекаем. Блины я не сильно здоровые делаю. Такие средненькие. Переворачиваем. И второй переворачиваем. И так я все выпекаю. Блины готовы. Вот такие получились. Румяненькие. Пробуем блины. Получились вкусные блины. Хорошо ощущается припек, даже чесночок, так как он просто положен в горячую начинку. Ну, здесь получилось 6 блинов на раз. По 3 блинчика на человека. Так что удачи вам в приготовлении блинов. Смотрите мои новые видео. Нравится видео, ставьте лайки. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Удачи вам в кулинарии. Всего вам самого доброго и до новых встреч.